По поводу отмены, так скажем, 9 мая на Украине, ну, я считаю, что это просто кощунство и абсолютно как бы неправильно. Ну, неправильно, мягко говоря, потому что у меня двое дедушек воевало, они воевали и, собственно, слава богу, остались живы, но столько боли, столько трагедий принесла нам эта война, и так она нам тяжело далась, и, собственно, это просто оскорбление памяти наших предков. И если люди позволяют себе такие вещи, ну, это будет как-то наказано, я думаю, свыше. Поэтому это возмущает, конечно.